Наш мир – загадочное место. Он полон тайн и чудес, которые только и ждут, чтобы их открыли отважные смельчаки. Среди этих чудес – создания, о которых я слышал только в легендах. Мифические монстры из самых страшных ночных кошмаров. С дикими глазами, чудовищными лицами и ногами, которые пугающие, уродливо маленькие! Это ужасные создания с идеально белыми зубами. Они изрыгают мятную свежесть. А волосы на теле растут у них только на голове. Прекрати, Мига, ты их пугаешь. Да ладно, не бойтесь. Это все враки. Все знают, что Смолфут и выдумка. Или нет? О, это ты молодец. Думаю, ты их на всю жизнь напугал.